Get Movies. Канал для всей семьи. Есть у них условный знак. Я узнал случайно. Нужно пальцы сделать так. Только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Лифт. И что? Мы хотим с ним, можно? Исключено. Одни? Без взрослых? Ну как без взрослых? Родители Дим-Димыча? Мы потихоньку, они нас не заметят. Ну если там будут родители Дим-Димыча... Ура! Разрешили! Стойте! Я еще не сказала «да». Да. Симка, Нолик, вы где? Мы опаздываем. Дим-Димыч, поторопись! Я сейчас! Мы готовы. Давайте сюда, лезьте. О, сразу видно, идем в цирк. Что это было? Кажется, лифт сломался. Не волнуйтесь. Слушаю. Мы тут в лифте застряли. Поняла. Ждите, лифт починит в течение получаса. Так долго? Теперь мы точно в цирк опоздаем. Дим-Димыч, мы за папусом и Масей. Они все исправят. Лифт нужен в больших домах, чтобы подниматься на верхние этажи. Когда человек входит в лифт и нажимает на кнопку, включается электромотор. Он тянет трос, на котором висит кабина лифта, и лифт едет на нужный этаж. На другой конец троса, перекинутого через колесо, обычно цепляют тяжелый груз, противовес. Он уравновешивает лифт и помогает электромотору делать его работу. В чем же причина? Кажется, тут что-то застряло. Да, вот и причина. Давайте скорее чинить, а то мы весь цирк пропустим. Ну, цирк мы и сами можем устроить. Внимание! Представление начинается! На арене цирка канатоходцы! Воздушные гимнасты! Вести себя в лифте. Начнем с того, что маленькие дети не должны ездить в лифте одни. Только со взрослыми и только с теми, кого они знают. Первым в кабину лифта заходит взрослый, а потом ребенок. А выходить надо наоборот. Вначале ребенок, а потом взрослый. Если вы собираетесь ехать в лифте с собакой,
убедитесь, что ее хвост или поводок не высовывается за дверь. И последнее. Если лифт по какой-то причине внезапно остановился, не пытайтесь выбраться из него самостоятельно. Нажмите на кнопку вызова диспетчера и ждите, когда вам помогут люди. Или фиксики. Я на месте! Включай! О, починили. Так быстро. Теперь успеем. Зря ты переживал. Тут высоко. Тим-Тимыч резал цирк без нас. Не расстраивайся, Ноль. Наш цирк был не хуже. Правда, папа? Конечно. Спасибо! Это ты кому? Как кому? Тем, кто починил лифт. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.